Спасибо большое, друзья. Добрый вечер, дорогие наши друзья. Я думаю, могу смело сказать друзья, потому что на самом деле вы близкие для нас люди. Любой зритель для артиста – это очень близкий человек, потому что на момент концерта мы с вами, ну, практически становимся родственниками, не знаю, мы находимся в одном каком-то пространстве. Меня зовут Антон Болот. Я вместе с моей супругой и любимой Юлей, мы вдвоем являемся руководителями вокального ансамбля проекта «Бэк». Я сейчас поговорю немного-много, чтобы потом не говорить ничего. У нас сегодня такая концепция, чтобы во время концерта не было никакого конференса, не было объявления песен, чтобы вы ловили только музыкальный поток, который будет исходить с этой сцены, чтобы ничего вас не отвлекало от чистой музыки. Если вы хотите узнать, какие песни будут исполняться в концерте, вы можете приобрести программу, кто еще не приобрел, и после концерта посмотреть, если вам что-то понравится, какой-то номер, или хотите найти его где-то. По программе у нас будут большие изменения, там, кто программки взял, не удивляйтесь, две песни буквально переставили местами и добавили туда один маленький, ну не маленький, большой, очень хороший, приятный для вас музыкальный сюрприз. Будет очень интересный номер. Расскажу для начала немножко о коллективе. Ансамбль наш образовался уже давно, на самом деле нам практически исполнилось 6 лет, и мы образовались на базе камерного хора «Перчи». Это хор выпускников Омского государственного университета, хор людей, которые очень любят петь, но не знают, где можно еще свои способности профессиональные применить. Руководитель этим хором Лариса Александровна Сабитова, она же... Она же явилась инициатором нашего ансамбля, идейным вдохновителем. Она просто сказала нам с Юлией нашей: «Ребята, хочу, чтобы на концерте прозвучала вот эта песня, английская, «Зеленые рукава», ее многие знают. И хочу, чтобы она прозвучала вот в малой форме, чтобы немного людей исполняли, не целый хор, человек 10. Подберите, говорит, для себя какие-то голоса, которые вам подходят, и людей по характеру, и с ними спойте». Ну мы, как ответственные солдаты, сказали: «Есть», пошли, подобрали ребят, сделали, спели. Нам понравилось, мы спели еще другой номер. В итоге у нас потом набралось столько номеров, что появилась отдельная сольная программа. Сначала это была музыка народов мира, потом это была духовная музыка и так далее. И в процессе родилось название «Проект П», что означает «Проект камерного хора «Перчи». Сейчас, по сути, «Проект П» — это отдельная творческая единица в городе. Но нам кажется, это очень символично, что мы в своем названии несем этот флаг. Флаг хора «Перчи». Продолжаем наше дело, не отделяясь от нашей малой родины. Да? И я думаю, еще раз стоит поаплодисменты поблагодарить Ларису Александровну. Она сегодня находится на сцене. Лариса Александровна, спасибо вам огромное за все, что вы для нас сделали. А теперь немножечко о программе, которую вы сегодня услышите. По большому счету, это будет музыка акапелла. Мы исполним множество разных эстрадных композиций, русской советской эстрады, американский джаз, рок, это будет даже фолк. Но большинство из этих песен будут звучать именно в формате акапелла. То есть мы будем изображать голосами инструменты, бас-гитары и так далее. Вы это все сами услышите. Просто у вас может возникнуть вопрос, почему стоит здесь бас-гитара, да, ударная установка, электрогитара, клавиши. На самом деле, да, у нас будут сегодня инструментальные профессиональные музыканты, которые помогут нам показать контраст между исполнением голосовым и исполнением инструментальным, и в то же время найти какие-то сходства. Ведь все-таки музыка, она объединяет все, что звучит, в принципе. Даже ваши аплодисменты — это тоже уже музыка. И это здорово. Больше про концерт, конечно, ничего говорить не буду. Есть один важный момент. Наша программа называется «Зона свободная от фонограмм». И мы решили идти до конца и не включать сегодня записанный диктором голос, который рассказывает вам о безопасности нахождения в зале. Так как мы не можем включить эту фонограмму, так как мы заявили, что мы без фонограмм, сегодня я вам расскажу всю эту информацию. Вы видите, что слева от вас есть два пожарных выхода со световой индикацией. И есть два выхода в фойе, через которые вы заходили в этот зал. В случае пожара или если вокалисты будут петь очень грязно, вы можете покинуть наше помещение, наш зал через эти выходы. Также мы напоминаем, что в Омской области действует масочный режим. И третье, на мой взгляд, очень важное напоминание, чтобы вы выключили свои мобильные телефоны, ну, по крайней мере, звук на них. Это тоже очень важно, потому что музыкантам не
неприятно, когда во время тихого вступления начинает играть какая-то музыка на телефоне. И да, друзья, небольшое предупреждение. Съемка в нашем зрительном зале не запрещена. Вы можете снимать на свои видеокамеры, но когда человек воспринимает своими глазами и ушами то, что происходит на сцене, это совсем другие ощущения, чем если вы воспринимаете это через объектив. Если вы хотите увидеть все, что будет происходить на этой сцене еще раз, замечательная новость для вас. Сегодня прямую трансляцию с этой сцены ведет Омский музыкальный канал «Омка». Его организовал один замечательный человек, омский меценат, который поддерживает культуру в Омске. Он проводит прямые трансляции со многих культурных, значимых культурных мероприятий города, в том числе из концертного зала, с концертов симфонического оркестра. Мне кажется, это замечательное начинание. Давайте поаплодируем Вячеславу Дмитриеву. Так что видеоверсия концерта у вас будет. Вы можете скачивать с YouTube этот видеоматериал, можете нарезать, показывать друзьям и так далее. Это все, в принципе, сейчас в доступе. Поэтому я вам предлагаю брать телефоны в карманы, в сумочки и забыть на эти час 20, час 25, может быть, вообще про то, что существует смартфон, и полностью погрузиться в музыку. И сейчас я вам предлагаю погрузиться в тишину и темноту. И уже в этой тишине услышать, как из нее рождается музыка. Created by man, implicated by mankind words, obsession of the jealous and the fool. Everybody, every day, everywhere, and everywhere. All words, thoughts that you can use them, say that you can hear them, write them, you can read them, love them, feel them. Words transmitted as repeated from the start, received by all that we sent us to alive with words, impression of the stupid and the smart. Everybody, every day, you and I will all be saying words, inside you get contaminated.